какой-то момент все обязательно полетит к черту. Готовы? И вы скажете, ну вот и все. Осторожно! Уйди! Мне конец. Командир, Марх погиб. Нам надо улетать. Вы можете либо смириться с этим, либо заняться делом. Это станет шоком для моего экипажа. Для нас. И для всего мира. Но я все еще жив. Сюрприз. Ситуация такая. До меня лететь не менее 4 лет. И я в жилом модуле, рассчитанном на 31 день. Мне надо получить воду и вырастить урожай на планете, где не растет ничего. Но если я не найду способ связаться с НАСА, все это будет бессмысленно. Пришло сообщение. Бог мой. Марк Отни жив. Мы прилетим за тобой, Отни. Утрись, Нил Армстронг. Математика простая. У меня еды на 50 дней. Он умрет от голода задолго до нашего прилета. Буду выбираться из этого дерьма с помощью науки. Он в 80 миллионах километров и совсем один. Каково ему там сейчас? Я величайший агроном на этой планете. Я знаю, как спасти его. Но нам нужен экипаж Гермеса. Мы либо наверняка убьем одного, либо, возможно, шестерых. Я не буду рисковать ими. Это важнее, чем одна жизнь. Нет, не важнее. НАСА против этого. А если мы полетим? Это не подчинение приказу. Если что-то случится, мы умрем. Но это же просто безумие. У нас не было выбора. Что бы ни случилось, передайте миру, передайте моей семье, что я не оставлял попыток вернуться домой.